Это не первый раз, когда представителям молодежного совета Ленинского района доверили сделать массовое мероприятие самостоятельно. В прошлом году они уже проводили свой праздник без помощи профессионалов. Тогда ребята организовали большой концерт у кинотеатра «Искра», который посетили тысячи горожан и получили большое количество положительных отзывов. На этот раз праздник пройдет на стадионе «Металлург» и в Центральном парке отдыха города Видное, который обещает стать не менее масштабным. Праздники для молодежи – это замечательно, так как это самое главное, то, что побуждает к действию, побуждает радостные эмоции для молодежи – это тусовки и так далее. Но главное, чтобы они были организованы. Над организацией мероприятия члены молодежного совета работали не один месяц. Проводили мозговые штурмы, делились идеями и сошлись на том, что праздник будет посвящен отказу от гаджетов и социальных сетей и проходить под лозунгом «Включись в реальность». Молодежь хочет показать гостям, что мир вокруг намного интереснее и разнообразнее, чем в интернете. Мы не предлагаем отказаться от гаджетов или наоборот начать сидеть в интернете. Мы предлагаем посмотреть на это со стороны и самому принять решение, а стоит ли или не стоит там пользоваться интернетом, или все-таки искать какую-то золотую середину. Будет весело, а веселье летом — это всегда замечательно, поэтому обязательно приходите, проведем это время интересно. В День молодежи будут работать 4 площадки. 3 в Центральном парке отдыха города Видное, семья, история, отдых. Они заработают в 17:00. И спорт, который расположится на стадионе «Металлург» и начнет функционировать с 13 часов. Для удобства передвижения гостей на один день откроют проход между парком и стадионом, на входе в который посетителей будет встречать волк-забивака, граффити с изображением символа чемпионата мира по футболу. Будет проходить челлендж-площадка, на которую будут приходить жители и получать за каждый пройденный, так сказать, челлендж, за каждый пройденный интерактив, будет получать лайк, который может обменять на какой-то приз. На площадке отдыха человек может просто прийти, пообщаться. Там будут расставлены ламзаки, такие надувные матрасы, настольные игры и просто свободная зона, палатка. Там может человек отдохнуть. Ближе к вечеру в 19:00 на стадионе «Металлург» начнется концертная программа. Награждение, выступление местных рок-групп, кавер коллектива, а в 21:30 дискотека с мыльными пузырями, которая завершится необычным салютом. Что в нем будет необычного, организаторы пока умалчивают, готовят сюрприз. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.